Всем привет, с вами Фидос. И мы продолжаем играть с вами в Сэма. Так. Ненавижу эти коммуналки дурацкие, блин, бесит уже. Опять эти макаки. Вот я уже их запах чую. Вперед, уроды! Не, Сэм, не надо. Так. Минус один. Почему разработчики считают, что нам должно быть весело в таких коммуналках? Могли бы они сделать их, ну, поинтереснее, что ли? Прям двоих сразу выдали. О, рычажок. У меня, кстати, в туалете такой же стоит, чтобы смыть воду. Как он белый у меня. Ну да, заебись ты, блин, зарядил вовремя. Так, тут у нас ничего, да? Ну окей, ладно. Так, тут у нас ничего, ну ладно. Больно надо. Опоздал. Так, фараон. Фараон. Смотри, что тебе принес. Так, да отвалите, а. Так, пацан, я завоевал твое сердце. Давайте по очереди, суки. Че, все? Кстати, я хочу сделать объявление, что... блин, я забыл, что сказать хотел. А, все, вспомнил. Что, ну, хорваты сказали, что если все будет хорошо в следующем году, ну, в 2017, то тогда, может быть, они выпустят серию Сэма 4, но уже в 2017 году. Так что будем надеяться, что все будет хорошо. Ну, что серию Сэм 4 выйдет уже в следующем году, в 2017. Ох, ёб твою налево. Ёкарный баба, сколько тут. Во-во, пацаны, пацаны, стойте, стойте. Нифига себе, это первый раз такую за всю игру, что у меня так мало жизни. Блин, это было мощно, если честно. Давайте сохранимся, а. А чё только два? Я хотел три. Ладно, давайте с пистолетом, как настоящие мужики. Я круче. Ладно, повезло, что я на туристе играю как настоящий мужик, а то так бы сдох бы уже. Ох, ебать. Ну понятно.
Понял тактику шара. Ладно, пойдемте туда, короче. Блин, почему мне так... Когда я играю в Сэма, у меня жутко потеют яйца. Это как объяснить? Скажите, пожалуйста. Нет, вы не подумайте. Я не ебанутый. Просто это странно. Блин, я надеюсь, туда пропрыгал, то мало ли я обратно куда-то загреб. А, все нормально, ладно, не ссыте. Ну ладно. Пойдемте дальше, короче, уже вот. О, катсцена. Бедный солдат лежит, убитый. Слышите? Штаб в канале. Сэм, это ты? Ты живой? Бомба! Что там творится? Атака. Никто не ожидал. Мы не продержимся. Суки! Они прут через стены! Винкер 2! Группа Чарли уничтожена! Это конец! Спрячься и не высовывайся. Будем живы. Мы тебя ждем. Черт! Бомба! Бомба! Все? Нет, не все. Все закончится тогда, когда я сожгу последнего из вас, сраные ублюдки. А? Ну пусть и идет. Я ему жопу-то на башку натяну. Заходи в 30 век до нашей эры. Я пошел за ключом к вечности. Ну да, короче, всех уничтожили, а мы, короче, остались последними на этой земле. Так, ну и вот нам показывают храм Хатшепсут. Ну, храм еще с первой части игры, и нам, короче, туда надо идти. Да, короче, грустно все, то есть всех поубивали, и мы тут одни крутые остались. Ну и ладно, насрать. Идем. Так, ну вот уже, смотрите, поперли монстры. Так, сюда можно? Нет? Нет, конечно. Ой-ой-ой, пацаны, помедленнее, ладно? Я люблю медленно. Блин, все-таки попался, сука. О, где че? Ой, ёб твою маму! Вот это большой какой, а? Прям как у меня. Ладно, это была плохая шутка, но все. Так, слышь, пацан. Блин. Проснись. Ну тебе уже поздно, конечно. Да, это, конечно, прекрасно было. Но счешется, блин. Вшивы какой-то. Подцепил жопный спид. Ладно, мы, короче, прорываемся, у нас получается. Ой, ёкарный бабай, каким образом я попал в этот кирпич, блин. Так, я чувствую ведьму. Блин, нафига вообще ведьму создали? Она такая днищенская. Вообще.
Вообще, как жалко, что в этой игре лазерная пушка и снайперская это тут доступно как секретная пушка. То есть пушки, они тут секретные, но в самой игре их нет. В одиночку. Это тупо. Так, ты где? Так скажи, ты где? А, вот она. Нифига она спряталась, да? Так, прикиньте, не увидел. Пацаны, вы вообще не устали за мной охотиться, а? Вообще, вы понимаете, что есть графика и покруче, ну, в этой части игры. На самом деле все у меня же, видите, как бы не такое красивое. А я вот видел в некоторых пацанов, короче, там графика намного-намного круче. Я вообще удивляюсь, как комп у них выдержит. Ну там вообще графика крутая была. Давайте, пацаны. Хе, прям провалился, бедный. Почему вы все проваливаетесь? Что это за баг? Серьезно? Вообще, скелеты какие-то странные, они почему-то при неудачном нападении замирают.